Всем привет! Сегодня приготовим вкусное домашнее мороженое с яблок, груш и малины. А перед просмотром этого видео подпишись, поставь лайк, поддержи меня. Приятного просмотра! У меня яблоки домашние. Подойдут любые магазины, кому какие нравятся. Сладкие, кислые. Пересыпаем. И перебиваем. Вот такое пюре выходит у нас. Пересыпаем. Нарезаем грушу. У меня тоже домашняя. Нарезаем на дольки. Пересыпаем грушу. И сюда же добавляем малину. И по той же схеме сбиваем. Вот такое пюре выходит. Груша и малина к яблоку. Дальше сбиваем сливки. У меня сливки жирностью 33%. Пол-литра. В охлажденную емкость вливаем охлажденные сливки. Сбиваем на малых оборотах. Сбиваем до первых пиков на малых оборотах. Дальше я добавляю сгущенное молоко. Можно сахар. Примерно так 150 миллилитров. Дальше сбиваем. Я сбиваю на средних оборотах. Примерно сбиваем к такому состоянию. Но можно еще немножко. И сюда же пересыпаем нашу грушу, малину и яблоки. У меня та самая форма, я ее даже не мыл. По мне можно есть и сейчас. Очень вкусно получилось. Убираем морозильную камеру часа так на 4-5. Вот такая вот вкуснятина.